Ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Павловскому исполнилось 99 лет. Воскресным утром 3 октября с оркестром, цветами и подарками к нему приехали гости. Сенатор Российской Федерации Сергей Колбин, общественники и юноармейцы говорили теплые слова и желали крепкого здоровья. Настоящий, действительный ветеран Великой Отечественной войны. Обратились к людям, которым не безразлична судьба ветеранов, судьба пенсионеров. И все незамедлительно приняли решение приехать и поздравить его. Поэтому наша была всего лишь инициатива, а добрые пожелания людей вы сами сегодня видели. Мы будем поддерживать то, что хочет Геннадий Андреевич, мы ему обещали, когда мы его нашли, мы ему пообещали, что мы его будем поддерживать на всех парах, то, что он желает. Мы выполняем его любые желания, потому что таких людей, как Геннадий Андреевич, очень мало осталось. Мы благодарны правительству города Севастополя в лице губернатора Михаила Владимировича, потому что тоже они нам помогают, мы к ним обратились. С 99-м днем рождения ветерана пришли поздравить юноармейцы. Ребята зачитали стихи имениннику. От радости у Геннадия Петровича на глазах выступили слезы. Я просто наполнен радостью, как говорится, что я не один в этот день, что хорошие люди пришли и меня подбодрили и все, чтобы я не спешил туда. Гостей Геннадий Павловский пригласил на свой следующий день рождения, чтобы в таком же теплом кругу отметить вековой юбилей.